Приветище! Ты посмотри, что творится вокруг, мы горим! И надо было как бы потушить это все дело, да? О, огнетушитель, давай его возьмем. Вот, сейчас затушим этот пожар, а то дышать уже нечем. Сейчас задохнусь угарным газом. А как потушить-то? А, во, тушим! Заливаем все это дело пенкой. Фух, вроде все. Че это за бурда? Че это я достал? Загрузка в аварийном режиме. Альтера. О, вы получили легкую травму головы. Ну, конечно, мне в жбан прилетела металлическая какая-то фигня. Данный КПК был перезагружен в аварийном режиме с одной директивой. Сохранить вам жизнь в инопланетном мире. Ух ты, я на инопланетной планете. Инопланетная планета. Ха! Да ладно, я не на такой выживал. Она мне пожелала даже удачи. Спасибо тебе, планшетик. Нажмите таб, чтобы открыть или закрыть КПК. Все, нафиг он мне не сдался, КПК неинтересно. Что мы здесь имеем? Вот это можно открыть, да? Использовать. Хотел затушить. Воу, ресурсы есть какие-то, слушай. Я сейчас, конечно, буду вначале тупить, потому что я играю в эту игру первый раз и вообще не вкуриваю, что здесь происходит и как вообще здесь управлять. А, я понял. Это, короче, изготовитель. Он при помощи этой штуки можно что-то приготовить, изготовить. Вот эта блямба мне прилетела в лобешник. Что тут? Открыть хранилище. Давай откроем, посмотрим, что у нас тут есть. У нас есть только огнетушитель. А, вот хранилище, сигнальная ракета. Давай заберем. Что им здесь делать? Это фильтрованная вода. Ух ты, побухаем. Питательный батончик. Похож на мыло. Мне что, мыло жрать? Ладно, посмотрим, что у нас здесь. Голосовой журнал. Ну это мы уже посмотрели с тобой. Все, закрываем КПК. Что еще здесь нам нужно? Аптечка, конечно же, без аптечки никуда и забираем. Ништяк. Вроде бы все. Все стащил. Если бы можно было бы, я еще и стульчак этот оторвал. Но, к сожалению, его нельзя. Поврежденное радио. Вроде бы все. Ладно, пойдем поднимемся, посмотрим, что у нас там на поверхности. Ух ты ж, нифига себе. Динозавр! Я че? А, не динозавр. Охренеть можно, просто жесть. Вот это да. Вот это атмосферно. Сейчас было, ты вылазишь, и тут перед тобой, короче, огроменный космический корабль лежит на воде. Аврора получила повреждение корпуса на орбите. Причина неизвестна. Не. И чего и как? Ты посмотри, здесь кругом вода. Можно мне обратно на Аврору? Так, ладно. Мы же можем нырнуть, да? Я так полагаю, что да, здесь есть лесенки. Мы на спасательной шлюпке. О, ты посмотри на мои ботинки. Они уже сразу приспособлены к плаванию. У меня и масочка есть откуда-то непонятно. Блин, подводный мир здесь, конечно, красивый. Здесь уже кто-то напердел. Какие пердуны здесь О, смотри, блин, как здесь классно. Какие-то запчасти валяются. Это, походу, с меня высыпалось. Ну да, похоже, что с меня. Фрагмент морского глайдера. А что это он здесь делает? Так, ко мне здесь никто... О, здорово, пердуля, улетай отсюда. Не перди мне здесь, не загрязняй мне водное пространство. А как его забрать, глайдер-то этот? Я его не могу забрать. Плывите к поверхности. О, у меня О2 заканчивается. Надо подышать. О, шикарно. Какой у меня прикольный, слушай, плавательный корабль. О, я здесь могу залезть в спасательный корпус с днища. Давай попробуем. Ничего себе. Я в свой спасательный корпус могу залазить и так, и сяк. Обалденно. Ну, в принципе, здесь делать нечего. Полезли опять в воду. Там интереснее. Так, значит, предлагаю тебе сплавать со мной до Авроры. Посмотрим, что у нас там есть. Если, конечно, силёнок хватит. Доплыть до туда. Ой-ой-ой.
Ты посмотри, это что такое? Это акулы, что ли, какие-то там плавают? А, это водоросли. Ни черта себе! О, подожди, подожди, что это там лежит? Ну-ка, давай отпустимся. Главное, чтобы у меня хватило кислородика. Что это? Можно открыть? Аптечечка! Это мне пригодится. Кстати, что у меня? У меня с голодом беда вообще. Разбейте известняк. А как мне его разбить-то? Кулаком, что ли? Нифига себе, если известняк своей ладошкой разбил. Жизнь на данной планете произрастает в необычайно уникальных и разнообразных экологических биомах. Рекомендуется дальнейшее изучение. Спасибо, КПК. Ну вот, мы почти доплыли до нашей Аврорки. Она, так сказать, на мель села. В принципе, удачненько. Надеюсь, что здесь я найду очень много интересных материалов. И может что-нибудь себе смастерю. Обнаружена радиация. О, мне здесь нельзя плавать, да? Вот это беда. Ладно, уходим отсюда, уходим. Все. 500 метров до Авроры. Все. Уходим. Подожди, я вижу там что-то. Ух ты ж, нифига себе, сколько здесь деталюшек валяется. Все это надо забрать. Оно нам пригодится. Радиация, это, конечно, нехорошо. Это что такое? Взять кварц. Нифига себе, на этой планете кварц есть. Чума. Я, конечно, не очень разбираюсь в кварце, но я думаю, что это полезный материал. И мы можем из него много чего сделать. Как же здесь красиво, слушай, ты глянь только. А можно рыбеху ладошкой взять пузырь? А это пузырь? Инопланетные формы жизни могут иметь неожиданные характеристики и сферы применения. Использование инопланетных ресурсов – испытанная стратегия выживания. Блин, ты посмотри на этого глазатик. Может его отпустить, я не знаю. Давай отпустим. Вот так, плыви. Потом разберемся, что с ними делать, и будем собирать. Кстати, уже ночь наступила, и мне кажется, что ночью здесь плавать очень опасно. Вот у меня прям подгорает. Как же здесь круто, слушай. О, какие рыбки. Я бы хотел поплавать в таком море. Или океане, я не знаю, что это такое. Ну, я так предполагаю, что эта планета на 90% состоит из воды. Потому что суши здесь вообще не видно. Какая красивая... Я не знаю, ну, может это Марс? Нет, это на Марс. Хотя похоже на Марс, но... Планета, короче, это очень красивая, вот. Нам с тобой срочно нужно решить вопрос голода. Потому что я уже начинаю голодать, и это очень плохо. Может, все-таки какую-нибудь рыбеху поймать и сожрать ее? Поджарить где-нибудь? Засыпать огнетушителем, не знаю. Вот этот чувачок. А ну иди сюда. А этого я не могу поймать. А, просто так в руки я его не возьму. Сыкую. А вот этот, а ну иди сюда. Так, погоди. О, взять кислотный гриб. Ну-ка, давай возьмем. Может, я грибы могу схватить? Кислороду мало, надо всплывать. Да плыву я, плыву. Опачки. Чтобы починить радио, нам нужно использовать ремонтный инструмент. А где мне его взять? Ну-ка, давай попробуем что-нибудь скрафтить. Вот у нас есть изготовитель, смотри. Продовольствие есть. Вода, приготовление еды, я вижу. Приготовленный пузырь. А, так мы этих пузырей можем готовить, значит, и хомячить, да? Рекомендуется пополнить запас калорий. И у меня в желудке заурчало. Ладно, быстренько за пузырем. Пузырик, я иду за тобой, ты мне нужен. Где этот пузырь? Пузырь. Это пузырь. Ты слышал, как орнул кто-то? Нифига себе. Так, пузырище. Где-то есть. Вот это пузырь? Блин, не поймал его. Да что ж такое-то? Поймать не могу. Иди сюда. Воу, тихо. Нифига себе. Он вкоснул мне маску. О, кажется, я заплыл куда-то, ну, в очень нехорошее место, надо отсюда выплывать. Главное, что я схватил какую-то живность. Плывите к поверхности, я уже плыву. Где моя спасательная капсула? Вот она. Че я схватил-то? Обнаружены отложения серы. Подожди, что еще? Обнаружено повышение уровня радиации. Все очень плохо, короче, я понял. Так, я достал пузырь. Можно я поем? Сготовить пузыря. Ух ты ж, нифига себе, его классно готовят. Изготовитель способен приготовить мелкие организмы, удаляя костную структуру. Нифига себе, мне бы так рыбу кто-нибудь дома готовил. Так, что, где у нас инвентарь? Мне надо поесть. Грибов куча, вот, рыба. Употребить. О, да, наконец-то я поел. А, погодь, это я не пузыря схватил, это пискун. А, какая разница. Все равно съем его.
Пузырик, ты мне пригодишься. Подожди, да я тебя возьму. Тебя можно есть. Здесь. Так, все, всплываем на поверхность. Пузырик, я тебя не съем, я тебя подаю. Наверное, я тебя подаю, потому что из тебя можно добыть воду. Как мне сказал изготовитель, давай мы сделаем воду. Вот. Приготовить пузырь. Блин, я не это хотел сделать, мне не надо его готовить. Чувак, прости, я говорил, что я тебя не изготовлю, но так получилось, я затупил. Ух ты, нифига себе, ты посмотри, это типа местная щука, что ли? Что это за штука такая? О, нет, я к ней не хочу, я боюсь. Смотри, я яйцо нашел. Инопланетное яйцо существа. Давай возьмем. Мало ли, пригодится. Здесь пусто. Уже все растащили. О, вот это я по-любому. Фрагмент гравий-ловушки. Блин, почему я ничего не могу подобрать? Такое ощущение, что что-то грохнуло сюда еще. Или что-то плывет сюда еще. Или взорвалась Аврора. Аврора, где ты? Авророчка. Аврора. Аврора на месте. Вот что взрывается. Ты видел? Всплески воды сейчас. Что здесь? Ух ты ж, ёшки-матрёшки. Что это такое здесь? О-о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 -
какие-то запчасти выбрасываются оттуда. Блин, не-не-не-не-не-не-не. Хотел запчасти подобрать металлические, но... Да, не хочу туда подплывать. Это, короче, гейзер. Я понял, это гейзер. Очень горячий гейзер. Все, вернулся в капсулу, надо подлечиться. Сейчас мы с тобой быстренько залечим свои ранки. Аптечка. Поедим, потому что кушать хотим. И нужно сделать воды из нашего пузыря. Сейчас мы попробуем это дело сделать. Вода из пузыря. Во, вот так вот делается из рыбы вода. Ништяк. Попить у нас тоже теперь есть. Выпиваем бутылочку водички. О, отлично. Можно даже еще побольше. И еще выпьем. Все, воды больше нет. Мне нужно что-то сделать с вот этим вот металлом, потому что он очень много места занимает в инвентаре. Что с ним сделать можно? Изготовитель, помоги мне. Ресурсы, основные материалы. Титан. Из металла. Так, делаем титан. Ништяк. Так, надо глянуть, сколько мы там чего... Ядрен батон, у меня теперь весь инвентарь титаном забит. Остался еще один металлолом. Ну, давай его тоже переработаем тогда. Что он будет один там делать-то у меня? И теперь мы можем из титана сделать титановый слиток. Опачки. Опачки, три слитка. И что мне эти слитки дают? Что я могу сделать? А могу я сделать водостойкий контейнер? Ну, давай сделаем. Вот так вот выглядит контейнер. И похоже, что я его могу где-нибудь под водой разместить, да? Сейчас мы это проверим. Опа. Контейнер. Давай-ка мы тебя... Блин, какая тень. Как здесь вообще все круто в плане графики. Контейнер размещаем сюда. Подожди, там подушки надулись, как будто... Ха, прикольно, я его могу катать. Поехали! Вот это веселуха. О-о-о. Если, короче, я не услежу за этим контейнером, он может куда-нибудь без меня уплыть. Опа! Что это за цветочек такой? Взять пещерная сера. Тут есть пещер... Воу-воу-воу-воу-воу! Тихо, 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 тихо. Тихо, надо отсюда валить. Надо отсюда валить. Эта рыбёха очень злая. Ты нифига себе, она как... Она чем пуляет? У нее словно воздушная пушка во рту. Кварц забираем. Где ты? Откуда взялся? А-а-а! Это рыба-суицидник, она взрывается. Нифига себе. Здесь еще есть сера. О, блин, я сейчас... Нет, не-не-не, надо быстрее всплывать. Черт. Так, мы подобрали с тобой еще немножечко ресурсов, в том числе и серу. Посмотрим, что можем сделать. Тут ничего нельзя. Инструменты, вот. И серы могу сделать сигнальную ракету. Вот ты, блин. А это ремонтный инструмент. Вот что мне нужно. Только для него нужна силиконовая резина. Где ее взять? Где взять резину? Резинка, как тебе сделать? Короче, я порылся в своем КПП и смотри, что нашел. Силиконовая резина, ее можно сделать из гроздь семян водорослей. Гроздь семян водорослей, господи, ну и название. Язык сломать можно, пока прочитаешь. Эти грозди, я так полагаю, они есть в водорослях. А водоросли мы с тобой видели возле Авроры. Где Аврора? Где Аврора? Аврора, вот она, Аврора. Все до сих пор горит, еще не бомбануло, и это хорошо. Это не... Пузырь, 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 я тебя возьму. Вот они, водоросли. Какие они сияющие. И вот, видимо, в них есть вот эти вот... Вот они сияют, смотри как.
Вот это вот мне нужно. Надо собрать водоросли. А как их собрать? Вот, 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 вот. Гроздь семян, собираем. Ништяк. Сейчас-то мы сделаем инструмент и починим наше радио. Так, изготовитель, я принес тебе ресурсы, из которых можно сделать резину. Давай, делаем. Вот он, силиконовая резина. Есть у нас... О, смотри, я еще из них могу смазку сделать из этих семян. Смазка на масляной основе, произведенная из натуральных компонентов, применяется в промышленности. Но делать я ее пока не буду. Так, инструменты. Где инструменты? Инструменты, вот они, ремонтный инструмент, наконец-то! Первый инструмент! Вот эта пушечка. Осторожно, продолжающееся разрушение ядра привода Авроры может вызвать квантовую детонацию. Продолжаю наблюдение. Ух ты ж, ё-моё, всё-таки Аврора может бомбануть? Так, ладно, это сейчас не важно, надо взять в инвентаре инструмент, вот он. Перетаскиваем сюда и попробуем починить наше радио. Воу-воу-воу, оно бьет током. Как его починить? Как все просто. Ништяк, радио отремонтировали, заработало. Блин! Радио включено, передача аварийного сигнала, бедствия. Это круто, конечно. Надо починить еще вот эту вот штуку, наверное, да? Ремонт. Смотри, как все ремонтируется. Как в фантастике. Ну, в принципе, это и есть фантастика. Отлично! Вторичные системы капсулы работают. Запущена полная диагностика окружающей среды и вывод результатов в базу данных. Ништяк, мы все починили. Вот это мы даем. Вот это мы мастеры своего дела. Давай позвоним по радио. Радио. Говорит Аврора, сигнал бедствия получен. Спасательная команда будет отправлена по вашим координатам через 9 часов. Да вы чё? Офигели, что ли? Люди столько не живут. Производится сканирование частот в поисках экстренных передач от других капсул. О, да, походу придется надеть столько на себя. Давай посмотрим, что мы можем еще сделать из инструментов. Это нож. Стандартный инструмент для выживания, многофункциональный. Давай сделаем. Будем охотиться на рыб. Оружие было удалено из изготовителей спасательных капсул после резни на Обраксис Прайм. Господи, я думал, что это трансформер Прайм, который... Единственное исключение — это нож. Ну и круто, мне и ножа хватить должно, в принципе. Ну-ка, давай на ножик посмотрим. Так, значит, что еще я могу сделать в изготовителе? Персональное, снаряжение. Я хочу сделать ласты. Ласты, ласты, ласты. Наконец-то у меня будет быстрое передвижение под водой. Ух ты, какие они классные. Изготовитель использует имеющиеся данные, чтобы произвести необходимое снаряжение из доступных местных материалов. Это я понял. Для вашей безопасности эти настройки нельзя изменить. Это фигово. Но я все равно что-нибудь придумаю. Значит, ласты, ласты я уже одел. Круто. Ну-ка, посмотрим. Я не вижу, а где мои ласты? Давай спустимся в воду. О, ништяк! Я теперь намного шустрее буду плавать. Ууу, нифига себе, значительно шустрее, я тебе могу сказать. Так, сейчас мы кого-нибудь поймаем. А вот эту штуку мы поймаем? Бумеранг, рыба-бумеранг. Иди сюда. Иди сюда, да я тебя схвачу. Да что ж такое, как тебя поймать? Вот так вот, есть! Бумеранг пойман. Воу-воу-воу, Насяра! Ты что хочешь от меня? Ты что хочешь? Дыра хвост поймал. О, смотри, какая рыбеха. А ну иди сюда, иди сюда. Вот так вот. Летягу поймал. Короче, всю рыбу, которую я поймал, это бумеранг, это летяга, дырохвост и пескун. И из всего этого я могу сделать еду. Воду я могу сделать только из пузыря. Поскольку мясо рыб очень специфическое, оно же инопланетное, и не все мне идет в пищу, мне предложили замаскировать вкус неприятного вида мяса при помощи соли или местных трав и специй. Придется поискать здесь еще травы и специи с солью. Блин, жалко, конечно, что морской глайдер нам неизвестны ингредиенты для него. Но в любом случае, чтобы его сделать, нам нужен инструмент какой-то специальный. А инструменты у нас вот здесь. Строитель. Для строителя нужен комплект проводов, микросхема, батарея. О боже, где такой достать? Ну-ка давай посмотрим, что у нас здесь есть в электронике. Бо, смотри, медный провод делается из медной руды, где ее достать непонятно. О, кислотные грибы пригодились, их все-таки не есть надо. Они помогут мне сделать батарею. Но для этого нужна медная руда тоже. Так, прежде чем отправляться за медью, нам нужно сделать кислородный баллон. Потому что на своей дыхалке мы далеко точно не уплывем. Баллончик есть. Сейчас мы его оденем на свою могучую спинку.
Есть. Кислородный баллон высокой емкости у меня теперь есть. Можно под водой намного дольше находиться, чем со своей дыхалкой. Я, если честно, даже понятия не имею, где здесь нужно искать медную руду. В каких-то кораллах, может быть. Или, может, в пещерах. Может, точно в пещеры поплавать? Поискать в пещерах? Выплыл я, значит, такой на поверхность. И смотрю. Капсула 3. Мелководье. Экипаж сообщил о поврежденном глайдере. У меня здесь вон глайдер поврежденный где-то валяется. Вон коробочка. А там еще какой-то. Ну, пойдем тогда сплаваем туда. Заодно и медь поищем. Ну вот, собственно, и все. Мы с тобой приплыли. Глайдер где-то под нами. Вот она, капсула номер 3. Такая же, как и у меня, только она почему-то затонула. О, да, ее пробило, конечно, знатно. Что у нас здесь есть? Есть планшет. Есть у нас ящик какой-то, давай откроем. Что у нас здесь? Компас! Ништяк, компас взяли. Медикаментов нету. Внимание, локальные показания радиации предполагают, что ядро привода Авроры достигло критического состояния. Квантовая детонация произойдет в течение 2 часов. Етишкин корень! Так, кислород заканчивается. Мне, походу, к моей капсуле очень опасно возвращаться, да? Аврора скоро детонирует. О, смотри, что это такое? Соберите водоросли с помощью ножа. У меня места нету в инвентаре. Хотя, не, вроде есть. Давай попробуем. Образец водорослей взят. Ништяк. О, смотри, водоросли-то есть можно. Чуть-чуть, что это было? Ой-ой-ой-ой. Аккуратней. Не подплывай ко мне, получай по жопе. Я тебе сделал больно, так что не плавай рядом со мной. Я знаю, что ты можешь мне кусь-кусь сделать. Смотри, водоросли мы, оказывается, можем хомячить. Она дает еды плюс 2 и немного воды. Так, тихо. Что здесь происходит? О, получай нафиг. Вы что, на меня вдвоем, что ли, решили напасть? Походу, и этот еще перданул. Нифига себе здесь битва. Он, короче, какие-то яйца кинул, которые газ распылили. Все, надо отсюда валить. Так, я здесь нашел какую-то пещерку. Надеюсь, здесь, может, медь найду. Что это у нас такое? Кварц берем. О, вижу какие-то известняковые камни. Разобьем. Медь! Наконец-то! Я тебя нашел! Медь – жизненно важный компонент всего электрического оборудования. Вероятность вашего выживания только что возросла с ничтожной до крайней малой. Спасибо тебе, мой КПК. Давай попробуем. Опс, кислород мало. Надо всплывать. Я так и знал, что в пещерах я найду медь. Надо почаще такие известняковые камни разбивать. А вот это что такое? Что это такое? Уплыло. Медь, я нашел медь. Теперь мы сможем сделать электронику. Что мне нужно сейчас в первую очередь? Сейчас мы разберемся. Я хотел сделать сканер. Подожди. Реактор достигает сверхкритического состояния через 10-9-8. О, он взрывается, надо посмотреть. Давай посмотрим, как он бомбит. Ну же, взрывайся уже. О, радиация зашкаливает. Ты посмотри. Вот этот фейерверк. Сколько деталей полетело в разные стороны. Кстати, я думал, что меня откинет волной. Но похоже, что... Опа. В целях вашего удобства противорадиационный костюм был добавлен в базу чертежей. Спасибо, мне это пригодится. Ну что ж, я думаю, что на таком финальном фейерверке мы с тобой закончим. Мне игруха безумно понравилась, она очень крутая и атмосферная. Если тебе она тоже понравилась, то есть тебе лайкос, комментос под видос. И подписочка, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. На этом я с тобой прощаюсь, увидимся в следующем видео. Пока!